Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем ежедневные награды. Отлично. Так, в магазин. Быстренько открываем колоду. И у нас там кто это? Рахзар, как-то я его даже не признал, если честно. Забираем ревард. Поднять уровень персонажа. Так, ну что, давай, наверное, поищем на Рахзара деталечки. Так, что нам нужно? Комиксы нашли. Так, может быть, нам вот этот камень найти? Или все-таки давай очки. Попробуем найти очки. Так, выпадает нам Рахзар. ДНК на него. Опять? Эй-эй-эй, мне нужны... мне нужны очки. Во. Слизезащитные, ё-моё. Так, вторые, уже хорошо. Третьи. Пошла маза. Угу, пошла. И сразу закончилось. Пошел комикс из канализации у нас. Комикс из канализации. Прикинь? Офигеть. Так, я думаю, что все, да, на этом. Мне дали 3 очка и все, и хватит. Нет, вот еще одни. Заработали? Ну, я уже выполнил задание, поэтому, ну, ребят, будем с вами дальше продолжать уже в следующей серии поиски. Так, мы здесь забираем реварды, поднять уровень персонажа. Так, серию испытаний быстренько с тобой пробежимся. Как раз мы с тобой потихонечку, да, глядишь и пройдем. Так, у нас здесь Шреддер будет. Это очень опасно. Слушай, майки брать, не брать. Ладно, возьмем Микеланджело. Потому что здесь нам нужен будет уворот, уклонение. Я надеюсь, у майки он в откате, чтобы я смог его применить. А пока у нас Ваня. Ваня Стиранг. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще 2 раунда нам нужно подождать, чтобы мы могли применить. Но нам нужно будет подхиляться в обязательном порядке. Отхил только у Лео. Да. А стоит ли сейчас делать это? Давай сделаем. Лучше пораньше, да? Чем попозже. Так, Ваня, ты будешь падать сегодня? Нет? Не хочет, окей. Так, ну что, остаются у нас клан футовцы. Мутанты какие-то. Успокойся, пожалуйста. Молодец, Рафаэль. Положил пацана. Да что ж ты будешь делать? У него уклонение, почему не срабатывает, а? И вот сам Шреддер. Так, по идее, у Майки должно откатиться уклонение. Я ведь правильно понимаю? Нам нужно было 2 хода пропустить. Так, а у Лео, к сожалению, пока ничего нет хорошего. Но он и так неплохо его бомбанул. Тихо, отвали. Блин, постепенный урон. Ладно, попробуем. Так, уклонение давай, наверное, с собой все-таки сделаем. Может быть, надо было захиляться. Ого, ты смотри, сколько уже здоровья осталось. Так, Усаги, пожалуйста, добей его, а. Четенько. Нет, никакой тебе пощады, Шреддер, не будет. Ну что, ребята, мы с вами прошли. Ну, я, если честно, испугался за Бакстера Стокмана, потому что постепенный урон от Шреддера действительно мощный. Наносил критические, так сказать, повреждения. Ну что, друзья мои, мы с вами поднимаем уровень персонажа и, в принципе, все здесь выполнили. Кому мы с вами поднимем? У нас опять мало мутагена, всего 15 тысяч. И это будет, наверное... Давай, наверное, Криса. Нет, Змейка Вьюна. Блин, нет, лучше Карайку. Да, Карайчку. И все, что ли? 63 уровень. Мне бы ее до 75-го прокачать, да? Хотел сказать вначале до 70-го, потом думаю, нет, 75-й будет самое то. И потом прокачать скиллы, и она, наверное, будет уже нормально себя чувствовать. И на ринге, да? И вообще в прохождении. Ну что, давай глянем. Так, телепорты. Надо будет обязательно заработать. Лига Сёгунов, 2 звезды, у меня ранг 46-й, это очень хорошо. Мы сейчас с тобой заберемся в Сёгун 3 звезды, это как пить дать, без проблем все будет. Но вначале определимся, кого будем брать. Я так думаю, что возьмем Кирка. 5 откатов у нас с тобой, особо сильно тут не разгуляешься. И будем, наверное, отыгрывать 50-е уровни. Окей, посмотрим. Лео. Естественно, вся нагрузка идет на Лео. Остальные идут паровозом. Ну, давай, Леонардо. Не подведи меня, пожалуйста. Понеслась. Отлично, шикарно.
первые вертушки, и все ребята отдыхают, да? Так, сегодня, не забывай, у нас испытание на супер шреддера. Сегодня будем с тобой фармить. Нам нужно 25 ДНК получить кровь из носа. Опачки, тут уже понятно, ребята, мы берем с вами Наталью, потому что у нее больше всего кубков, но и уровень соответствует. Смотри, 61-й, 60-й. А я собираюсь отыгрывать полтинники, да? Рискованно, поэтому я возьму на всякий случай тигра. Он будет как добивающий у нас, да? У него есть тоже массовая атака и понижение брони. Оу, тихо, тихо, тихо. Тут кролики, тут шреддер, тут... Блин, вот этого я, ребята, и боялся. Была не была. Не подвидишь, Архан. Красотуля ты мой. Ты смотри, а, все-таки добил. Малорик. И я немножко сомневался, конечно же. Да че уж там скрывать. Я вообще сомневался, что он добьет кого-нибудь. Но все-таки у него получилось. И мы с тобой переходим на 21-ю позицию. То есть еще два боя, и мы с тобой в Лиге Сёгунов 3 звезды окажемся. Здесь выбираем тогда Эрикса. И уровень здесь, ну, в принципе, такой же, как и был. Я думал, будет поменьше. Нет, 61-й промелькнул. Ну, конечно, вот эта компашка, которую я взял, наверное, надо ее разбавить, и это будет Змей-Ковьюн. Опять же, будет у нас как добивающий после Леонардо. Так, погнали. Начинаем с вертушки. Главное, чтобы хоть кто-то упал. Хо-хо-хо, троечка упала. Тихо, не надо. Суператака. Блин, горелый, что будем делать, ребята? Давай так попробуем. Фух. Вот как раз для таких вот именно моментов я и беру более-менее сильного персонажа. Ну, как бы, Лео у меня имба, потом идет второстепеночка, а вот Ксевер, Крип и Эйприл, они уже как паровозом идут. Фух. Так, у нас... О, 9-й позиции уже. Шикарненько. Кстати, у нас с тобой 105 ПВП очков. Наверное, нам надо будет купить ДНК, я думаю, да? Так, Матеус, Максим и Мануэль. По кубкам, ребята, нам выбор дают. И я думаю, что это будет Матеус. Три отката. Три отката. Подожди-ка, у меня еще... Ё-моё. Сколько еще неотыгранных? Подожди, нет. Возьмем лучше Ванюшу. Потому что там Леонардо есть 61 уровня. И если мы его не завалим сразу же, то будет плохо нам. Ну что, давай начнем с вертушечки. Так, смотри-ка, у нас выжил Донни и Бибоп. Я думаю, наверное, надо ударить Донателло. Отлично, а теперь Бибопчика. Упс, тихо. Не надо, а, иммунитет повесил, да? Ну, это хорошо. Это хорошо, потому что для меня это не страшно. Мы его пробили и проходим с вами далее. Фух, так. Я все не могу дождаться, когда мы с вами пойдем на испытание Шреддера. Так, ну а сейчас мы с тобой переходим на 3 звезды в Сёгун и 98-я позиция. Два отката всего лишь. Слушай, я не уверен, что мы с тобой доберемся до мастер 1 звезда. Но мне очень сильно хочется. Так, ноунейм. И кто там? Эммануэль? Хм. Тут 62-й, 63-й уровень, а здесь только 62-й. Поэтому берем с вами ноунейм. Так, Лео, возвращайся. Нам осталось с тобой всего лишь ничего тут отыграть. Так, 61-й, 62-й уровень. Кстати, это опасно. Нам, наверное, понадобится Донателло здесь. Блин. Донни, Донни, интересно, ты справишься? Так, главное нам, чтобы уронить Эйприл и Рафаэля. Блин, тут и Майк еще тоже затесался. Стопе, давай подумаем хорошенько, кого нам. Что этот имеет круговую, да, атаку? Что этот? Хм. И Бибоп у нас, кстати, повышенный урон по нему мухой. Давай попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Началось. Вот, ребята, сейчас еще... А может быть не успеют? Ну-ка. Давай, Донни, не подведи. Отлично, красавчик. Ху, если бы тот бы звезданул бы с разбега, обязательно кто-то бы упал. И это было бы наверняка муха. Как пить дать? Именно ее все бомбят почему-то.
Ну что, мы с тобой перемещаемся на 86-ю позицию всего лишь-то. Плохо. Фелиция, Данил и Михаил. Так, ну тут самый слабый, я смотрю, у нас Михаил. Поэтому будем, наверное, именно его выбирать. Железная голова все лезет, а? Ну что, уже 60-й уровень, я думаю, что справимся. Должны справиться. Причем у нас здесь три массовых атаки. Это у Паукуса, у Нейтрализатора и у Леонардо. А у остальных, да. Что Тимати, что Сплинтер, они не имеют массовых атак. Воу, неплохо. Ну-ка, Паукус. Отлично. Отлично, ребята. Без потерь идем идеальненько. Правда, теперь нам Леонардо уже недоступен, потому что нету откатов. А будем без него. Перемещаемся мы с тобой. 75-е, а что так мало-то? Мало мы с вами пролетели. Так, 22 кубка вот здесь вот. Берем. Потому что, ребята, у нас, в принципе, осталась имба. Ну, кроме вот этих вот двух. Возьму, наверное, сюда Усаги. Железная голова так и тянется сюда. Ладно, ребят, возьмем железную голову, фиг с ним. Если что, провокация нам здесь не помешает. Ну что, давай бросим бомбочку сначала. Так, замедляшка. И Усаги делает свою массовую атаку. Надеюсь, сейчас постепенно урон на всех повесит. Ага. Ваня избежал такой участи, да, получается? Так, нам нужно как-то его добить. Или заморозить хотя бы. Все. Ну и, Донни, пока. Мы будем по тебе скучать. Слушай, вообще классненько. Никто, опять же, у нас не погиб. Мы с тобой полным составом перешли. Кубки получаем в полном объеме. И перемещаемся с тобой на 64-я позиция. То есть на полтинничек мы с тобой должны где-то выбраться, да? На 50-е место. Так, Ейсин, тут ноунейм и Жао. Хм, наверное, блин, наверное, придется взять Жао. Да, скорее всего, будем так делать. Раз, два, три, у нас еще, блин, опять у меня Крис остается не при делах. Немножко даже обидно, если честно. Как бы 72 уровень, да, и просто так вот простоит. А взять его с малышами, ну, нет смысла, потому что он их не выручит никак. У него одиночные атаки. Так что, ребят, придется его, наверное, отпустить на вольные хлеба. Ну, а мы с вами будем пробовать здесь. Так, Армагоша, давай. Неплохо. Друзья мои, неплохо он бомбит. Получи. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой вот этого подобьем. Так. И выпустим волну. Все. Ну что, с ареной на сегодня у нас покончено. И мы с тобой будем переходить на испытание. Ну давай, 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 уже хорош тут. Ну, какое место? 52-е, отлично. Неплохой, ребята, результат. Я думаю, что в следующей серии мы с тобой все-таки попадем в мастера. Ну а теперь у нас, так как есть 105 очков, идем в магазин. Опачки. Смотри-ка, смотри-ка, что у нас тут есть. Ну, нам нужно 5000 сюриков. Так, у меня, по-моему, очень много есть дублей. Подожди, какие навыки? Фига, он там, Рафаэль, распрыгался. Так, 210 сюриков уже получили. А здесь у нас сколько? Еще 105. Тут 35, но это вообще ни о чем, ребят. 70 тоже маловато. Так, еще чуть-чуть нам не хватает. Так, Кирби. Да блин, что ж так мало-то? 5000. Во. Вот, вот теперь уже другое дело. Уже хватает нам, но я все-таки, ребята, остатки роскоши, как говорится, разобью. Чтоб потом сюда не возвращаться. Так, Север Монтес. Эйприл О'Нил. 35 сюриков получаем. И получается все, да? Да? А, нет, смотри-ка, у Микеланджело. А, ну это на... Понятно, это на скилл идет. Все, бежим с тобой в магазин, в предметы и покупаем. Опачки.
Всего лишь, друзья мои, два ДНК нам... Блин, да что ж такое, я хотел просто показать. Два ДНК не хватает. Ну... Это, ребята, дело поправимое. Мы с вами все равно их заработаем. Да что такое-то, не хочу я пока ничего делать. Вот, здесь мы с тобой приобретаем еще три ДНК. Блин, Майки прокачаться, да? Скоро готов. Бибоп прокачаться. И надеюсь, что Шреддер тоже готов. Так, а что у нас по очкам? 450. Нам нужен вот этот вот Бибоп кролик. Нам не хватает, ну совсем чуть-чуть, ребята. Да, 80 получается. 80 жетонов. Но это не главное. Главное, что мы идем с тобой на испытание. И у нас эксперт Супер Шреддер. Давай-ка глянем. Ну, в принципе, ребят, неплохо. Конечно, хотелось бы сюда получить, например, Железноголового, да, и, например, Зека. Но попытаемся и такой командой с тобой сегодня поиграть. Ну что, Шреддер, начнем с тебя. С удара снес. Майки там... А, так там уровень-то какой, 10-й, что ли? 40-й? Бамс, ух ты, не уронил. Отлично. Так, мы получаем с вами ДНК, по-моему, сейчас на Шреддера классику. Или же нет. Сейчас посмотрим. Ага, нет. Обычный Шреддер, не классический. Так, здесь у нас то же самое, да, награда. Кстати, погоди-ка, а нам не вот этот ли Рокстеди нужен? Одну ДНК, чтобы я смог его пропать. По-моему, он. Проверим потом. Ну что, вперед из песни. Так, тут уже три волны. Уровень какой? 50-й. Слушай, ну Майки неплохо его, да, бомбит? Хм. Так, это уже Супер Шреддер. Давай его тоже обычными атаками пока попробуем расколбасить. Постепенно урон. Вот как бы сюда усаги бы нам, а? Ой, было бы красота. По две атаки, если бы делали, было бы замечательно. Так, и еще один Супер Шреддер. Поехали. Майки, слабо бьешь. А че я экономлю? Можно было бы и супер ударом звездануть. Тихо, не надо. Никого не урони тут. Все. Получаем еще два ДНК на Шреддера. И уже, по-моему, следующие уровни у нас будут как раз на Супер Шреддера. Это 80 уровень, да, там будет? Вот он. Три ДНК, а нам нужно, ребята, 25. Ох, как сложно это будет получить их. 60 уровень. Слушай, я пока никого не буду здесь убирать. Попробуем этим составом пройти. Если кто-то будет падать, например, там Армагон, да, или кто у нас там еще, Донателло, мы будем, естественно, менять. Он не попал, отлично. Уклонение я также пока тратить не собираюсь. Будем тратить на последнем боссе. Ну, отлично. Вторая волна у нас. Этот уже какой-то позлее выглядит, да, у него и клинки черные такой. Лютый Супер Шреддер. Давай защиту поставим, потому что от Донателло особого урона нам не получить. Ай-яй-яй, так, он делает хил. Еще, по-моему, броню вешает на себя, да? Хил и броня. Надо пробивать его как можно быстрее. Так, Армагон, добьешь его? Блин. Да успокойся ты, а. Не попал в Лео, да? Ага. Майки, добьешь его, нет? Нифигашечки не получается. Ну, а ты, Донни. Да что ж такое-то. Давай, пробивай его. Оу. Тихо. Фу. Так, а у него, оказывается, тоже есть броня, ты представляешь? Есть, пробили. Ну, а теперь самый главный. Как говорится, Шреддер с того света. Давай, вызывай этого олуха. Блин, у нас уклонение есть? Я, по-моему, не потратил же его, да? Тык, ожил тут свою... Кости вправляет. Самое интересное, что вот эти ребята лезвия у него, насколько я помню, у Шреддера были на его броне. Почему они у него в теле здесь находятся, я пока не понимаю. О, ну что, попробуем. Нам нужно уклонение, ребята. Ой, по-моему, сейчас... Тихо, Армагон.
Давай, наверное, уклонение поставим. Ребят, смотрите, он понизил нам атаку, да, на Армагона. И защиту. Будем бомбить тогда суперударом. Неплохо, в принципе. Но он сейчас может сделать еще один удар. Или нам хильнуться. Нет, я все-таки сделаю вертушку. Так, опс, он промахнулся. Вау. Друзья мои, Армагон везунчик, я тебе скажу, у нас. Ну, Майки, не подведи. Шикарно. Хобана, и его скелеты обратно в ад забрали. Ну что, я уже, ребята, предчувствую, что нам все-таки надо убирать Донателло и Армагона. Они уже пасуют, ты сам прекрасно видел, какой урон они получили сейчас. И тем не менее, 3 ДНК мы получили на Супер Шреддера. Так, а здесь уровень будет еще круче, 70-й. Да, ребята, извините, придется мне идти без вас. Без моего Армагона и без моего Донателло. А будет сложно тремя, конечно, тут играть. Воу-воу-воу-воу. Офигеть. Так, у него меткость понижена. Фу, это нам на руку, кстати. Давай просто бомбить его. Так. Добьешь? Ай-яй-яй, Рафаэль. А он сейчас, да, он делает свой скилл применяет, который идет на отхил. И, соответственно, еще и броня, которую фиг... А, пробил. Майки пробил его, прикинь. Ха. Так, еще более лютый Шреддер. Будем просто так же его бомбить. Блин, так не хватает двойной атаки, друзья мои. О, а вот это уже серьезное было повреждение. Так, а Майки, кстати, понижает меткость. Давай на всякий случай все-таки захиляемся с тобой. У нас еще есть уклонение, потом, если что, будем применять его. И добей, пожалуйста, Лео. У него, ребят, постепенная, как тебе сказать, это отложенная смерть. Я так это называю. Скилл. Ну что же, мы с тобой добрались, опять же, до Шреддера с того света. Реанимированного вот этим вот драконом. Ну давай, давай, давай. Слишком долго ты его вызываешь. Но, тем не менее, он явился. Так, ну что, ты пришел в себя? В чувство, все? Готов? Кстати, я хотел бы посмотреть, как это выглядит все на первой скорости. Что он там кричит, шипит и так далее. Так, ну, во-первых, делаем с тобой уклонение. Это раз. Теперь, друзья мои, бомбим. Воу, пол хп сразу. Так, промахнись. Отлично. Отлично, так. Попробуем постепенно урон повесить. Повесили. Так, что он там делает? Ага, массовая атака. Он снял с нас скиллы все. Я имею в виду уклонение и так далее и тому подобное. А мы будем его бомбить супер атаками. Кстати, зря я так сделал. У нас была двойной урон. Двойная атака, точнее. Ну, я думаю, и так справимся. Отлично. То есть, смотри, мы уже с тобой заработали 6 ДНК на него. Так, 6. А нам нужно 25. Блин. Это каждый день надо фармить, фармить и еще раз фармить. Да, для этого нужно очень много иметь телепортов. Ну что, друзья мои. Тут 4 ДНК. Блин, справимся или нет? Очень тяжело будет. 80 уровень. 5 звезд. Очень сложно будет, но я все-таки попробую. Если, ребята, мы здесь не справимся, да, будем брать Армагона и Донателло. Чтобы хоть как-то отвлечь его внимание от моих черепашек, да, основных. Чтобы он бомбил по слабеньким. Так, промахнись. Отлично. Так, уклонение мы с собой перебережем, как всегда. Слушай, почему-то от этого Шреддера первого Майки довольно неплохо бомбит. Так, давай, наверное, просто ударим его. Отстань. Промахнулся, замечательно. Так, упал. Нормуль. Переходим с тобой на вторую волну. Вторая форма этого Шреддера. Так. Тут видно, да, чувствуется даже, что он такой довольно сильный. Опачки. С постепенным уроном. Блин. Ребят, нам нужно лечиться как можно быстрее. Майки, давай быстрее. Хотя надо было уклонить. Нет, нельзя было медлить, ребята. Твою же налево. Придется как-то его быстренько забомбашить. Не знаю, как нам это удастся.
Промахнулся, отлично. Этот постепенный урон очень долго висит. Ты посмотри, сколько он наносит нам повреждений. Да, мы можем так с вами и кони двинуть. Последняя хилка больше не осталась. Все в откатах, друзья мои. Все в откатах, плюс я уклонение потратил. Блин, вот эта фигня его, наверное, бесявая. Не могу, прям бесит, а. Так, у него еще и броня повесилась. Ну, пробей майки. Отлично. Слушай, а мы идем с тобой на последнего шредера. У нас, по-моему, ни уклонения, ни хила нету, да? Как мы тут сейчас будем с тобой драться с ним, я ума не приложу. Но нам главное с тобой его пройти, получить эти 4 ДНК. Это получится у нас, так, 3 и 3, это 6, 10, 10 ДНК. Хм, неплохо, остается только лишь 15 еще каким-то макаром нам добыть. И, в принципе, супер шредер у нас прапается. Но главное, что вот здесь вот нам его завалить. Ага, чувствуется, ребят, какой вот тут... О, хорошо, что он промахнулся. Блин, провокацию брать, что ли? Я не хочу, давай попробуем так, апперкот сделать. Может быть, постепеночка повесится? Повесилась. Так, нет, не двойная атака. Поэтому можно и суперудар применить. Ой, вообще ни о чем. Так, у меня там пробивной удар готовится через один ход. Что он делает? Бросает. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Ты смотри, ребят, мы можем потерять майки, если не пробьем. Нет, 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 не хватило чуть-чуть, буквально. Да, майки потеряли, господи ты, боже мой. Ну как так, я хотел идеально, понимаешь? Почему идеально мне нужно пройти, ребят, этого шредера? Чтобы я мог фармить этот уровень. Для этого нужно пройти на 3 звезды. 2 звезды здесь не катит, поэтому я не знаю. Я попробую, наверное, еще разок пройти. Твою же налево, ну майки, как же так, а? Ну как же так, как ты вот мог? Слушай, может быть... Если я здесь пофарм... Давай, сколько у нас там? Блин, мало-мало сыра. Ну, этот уровень я однозначно не пройду, друзья мои. Тут 90 левел, тем более тут вообще какой-то супер бесячий. Мы, по-моему, как-то один разок рискнули, да, пойти на него. У него платиновые фулл-звезды. Он там просто рвет и мечет. Но если бы у меня был бы, например, майки сотого уровня, да, и раф, мы бы его, наверное, так взгрели бы. Посадили просто на дыбы. Вот я сижу сейчас и думаю, что мне лучше сделать. Пойти сюда еще разок, на 3 звезды попробовать. Или все-таки вот здесь вот пофармить. Хотя ты знаешь, я тебе скажу, что... А, тут вот, вот видишь, тут 2 ДНК. А тут 3. Давай все-таки... Давай, наверное, пофармим. Да какая катушка с пленкой, ну... Да иди ты в пень, а. Ну, издеваешься, что ли, надо мной? Осколки, блин. Ну, шредер, ладно, бог с ним. Так. Может быть, нам с тобой купить? 30. Соточку могу взять. Соточку, соточку. Я, ребята, беру. Я беру. Я беру. Я потратил 500 бакинских. И у меня проблема сейчас с телепортами будет, да, получается. Ладно, сколько смогу. Сколько, ребят, смогу. Мне все равно нужно. Да подожди, не это я хотел сделать. Фармим, фармим. 2 доллара, да идите вы в пень. Ну изи... Золотые осколки. Дай мне, блин, супер шредера. В конце-то концов. Ты издеваешься. Тигриный коготь, зачем? Вот, вот оно, ребятушки. Ради этого только. Блин, тут остался Рокстеди, он же мне нужен. Так. Есть, друзья мои. Мы с вами можем пропать Рокстеди, но у меня, по-моему, не хватит ни мутагена и осколков. Точнее, сюрикенов. Так, еще есть, ребята. У нас с вами попыточка. Поехали. Все-таки я хочу попробовать. Я хочу рискнуть, испытать удачу еще разок. Да отвали ты от меня, а. Блин, он еще и замедлил. Он еще и замедлил. У Шредера, конечно, у последней, да, формы Шредера. Вот это вот бесявая фигня, когда он снимает скиллы. Просто очищение делает. Блин, вот теперь попробуй его пробить. Опа, пробили все-таки.
Вот это, конечно, раздражает. То есть он с нас снимает все уклонения, да, и в этот момент бомбит. Конечно же, нам прилетает не по-детски. Вот и думаешь, что здесь делать. Наверное, будем просто бомбить. Хилочку перебережем. Уже, как говорится, на крайний случай. О, Лео хорошо сейчас ударил. Так, и этот еще то же самое делает. Блин. Насколько я помню, ребята, он хиляется больше, да, чем мы ему наносим урона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полетело. Ты сам прекрасно все видишь. Твою ж налево. Хильнуться-то успею? Успеваем. Но это я трачу хил. Плюс хил у Леонардо еще остался, но нам его тоже надо потратить. Или все-таки... не знаю. Нет, все-таки я просто бомбану. Так, уклонение. Надо ли оно нам сейчас? Блин, потерпим. Промахнись. Ага, промахнулся, как же. Шлем сбили. Слушай, по-моему, надо хильнуться. Надо хильнуться. Да ты отвали, ты... Почему-то не помогает, ребята, уклонение. Вот именно пассивка у Майки не спасает. Он же там нанесет урон первым, да? Он бросит 100%. Да отвали ты, ну серьезно, ё-моё. Ну что это за дела-то происходит, а? Пипец. Он сейчас, сейчас будет ходить вот этот Шреддер, да? И он просто бомбанет в Микеланджело скелетом. И все. И скорее всего будет... Блин, я еще хотел... послушать, что здесь происходит на первой скорости, как это все звучит. И все время забывай переключить. Ладно, если что, еще один бой с вами сделаем. Вот голодранец вышел тут. Давай, ребят, мне ничего не стоит, только уклонение ставить. Че, понеслась? Пробуем. Окей. В кого? В Майки бросит, да? Промахнулся. Ладно, двойная атака. Опять в Майки бросит? Твою ж налево, да что ты будешь делать? Ребят, я не знаю. Майки сдувается. Просто-напросто сдувается и все здесь. Давай вертушку. Так, промахнулся, да? Молодец, Рафаэль. Лео, добьешь его? Не вышло пока. Массовая атака. Истощение, да, на нас повесил. Ну что, добиваем, друзья, его? Добиваем. Блин, как же быть мне, с этим, с Майки-то? Че, не брать его, что ли? Да ну, это ерунда получится. Без второго хиллера я здесь не пройду. Опять две звезды. И что мне дадут? В награду. 30 жетонов, господи, ребят, ну... Кстати, а сколько у нас жетончиков? Нам не хватит еще в магазине там отовариться? Ну-ка посмотрим. Оу, хватает, друзья мои, хватает. 540, а здесь нужно 530. Берем. И остается всего лишь 2 ДНК где-то надыбать в ближайшее время. Кстати, дай-ка я зайду в список. Вот он, ребятулечки. Слушай, 5000 мутагенов всего лишь надо. Ууу, конечно, конечно, развиваем. Ну вот, друзья мои, Рокстеди получил 4-ю золотую звезду и новый скилл – толстокожий. Шкура Рокстеди дополнительно укреплена расплавленным золотом. В начале хода есть вероятность 10% усилить физическую защиту на 30% в течение одного хода. То есть, вы видите, да? Я-то думал, что это у него костюм такой, а это, оказывается, расплавленное золото на нем. Прикинь? Прикольно. Мне нравится. Ну что, ребята, у нас еще есть, да, с вами мутаген, по-моему. Ой, мутаген. Сыр есть. Блин, я не угомонюсь. Я хочу пройти на 3 звезды этот уровень. Мне нужно. Мне нужно, чтобы вот как минимум 3 уровня было, чтобы я смог фармить. 4 ДНК, извини меня, на помойке не валяются. Верно? Верно. Единственное, что, конечно, откатов мало. Очень мало откатов. Майки, будь добр, а? Не упади, пожалуйста. Почему-то он все время его бомбит. Почему, не пойму. Знаешь, что у меня сейчас какая идея бредовая в голову пришла? Может быть, нам накопить с тобой мутагена?
Допрапать его до 85 уровня? А? Как Рафаэля. Может быть, тогда он угомонится? Слушай, может быть, нам... Блин, у меня столько идей в голове. Уклонение уже хочу поставить, еще что-нибудь. Чтобы нам прийти... Так, тихо, тихо, тихо. Опять по майке? Опять по нему? Он все в него бомбит. Как бы нам его прижучить? Да побыстрее, да поскорее, да безболезненно. А, массовая атака. Смотри-ка. По майке даже не попал. Удивительно. Есть. Так, друзья мои, переходим ко второму супершреддеру. Ой, как же тут быть? Желательно бы его тоже обычными атаками ушатать. Но это будет, наверное, сложно. Ой, он включает свою фигню. Так, у него броня, плюс отхил. Как быть-то нам лучше? Давай, наверное, просто две атаки сделаем. Да, они, конечно, вообще ничтожны. Пробитие сделать. Пробитие нам бы на последнем бы боссе не помешало бы, ты понимаешь? В кого? Опять в майке, да? Опс, еще и замедлил. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Возьму провокацию все-таки. Провокацию, и будем с тобой хиляться. Он меня достал, он постоянно по майке бомбит. Сейчас, конечно, будет массовая атака, естественно. Где мне еще и постепенный урон повесил. Ёпарасоте. Плохо-то как, друзья мои, очень плохо это все. У меня хила больше нету. Блин, хочешь не хочешь, придется тратить. Можешь уклонение поставить, а? Давай уклонение поставлю. Вот так вот, может быть, это нам хоть как-то поможет. Так, Лео. Лео хорошо, что сам отхиливается. Это замечательно, ребят. Есть. Так, слушай, ну у нас есть еще один ход уклонения. Поэтому я надеюсь, что этот падший... Блин, я... Смотрим. Вот так это все звучит. Угу, понятно. Ой, ну что, ребята, попробуем. Массовая атака сразу же. Блин, парафику очень сильно досталось. Окей, Лео. Подожди, у меня что, блин? Ё-моё, у меня автобой там, оказывается, стоял. Оу, тихо, тихо, тихо. В кого? В Рафа? Блин, вот это плохо. Вот это плохо, друзья мои. На, постепенный урон не повесил. Тут уже можно двойную скорость, ребята, ставить. Так, вертушка. Слушай, мы здесь, по-моему, Рафаэля потеряем. Блин, до хила не хватает всего лишь одного хода. Да, по-моему, Рафаэлю хана. Как он вешает вот эту свою ерундовину, блин. Ну вот смотри, что он творит, а. Мне буквально одного хода не хватило, чтобы я мог отхиляться. Ты понимаешь, да, о чем я? Давай еще ушатай мне Леонардо. Он может. Я его должен добить, успеть добить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Погоди, погоди, погоди. Блин, майки не пробьет. Хиляюсь. Опа, по-моему, хана, да? Еще хуже сыграл, ребята, чем в прошлые разы. Блин, да как тут быть-то? Как тут сделать-то можно, а? Я ведь проходил, по-моему, этот уровень на 3 звезды. Точно проходил. Неохота просто копошиться в старых сериях, но, по-моему, я проходил. Рокстеди попался. 3 ДНК. Ладно, ребят, я думаю, что, наверное, в следующей серии мы еще разочек попробуем с вами пройти на 3 звезды этот уровень. Ну, естественно, попробуем дальше пофармить. Может, рискнем здесь? Блин, 7.
сыра потратила, ладно, но ладно, я рискую. Я рискую. Какой билет, блин, Эйприл? Он мне вообще не впер. И шляпа с напитками. Ну ладно, Шреддер еще годится. Осколки, ребята, у меня кончаются телепорты. У меня кончаются телепорты, у меня только один вариант. Это идти сюда и заработать хотя бы немножечко. Но это я буду уже делать за кадром. Так что, друзья мои, погоди-ка секундочку. Погоди-ка секундочку, дай-ка я хотя бы гляну, сколько нам еще нужно заработать. Ух ты. Шреддер-то, кстати, готов получить пятую звезду через 6 ДНК. Еще один повод нам пофармить. Хм. 69. То есть нам не хватает буквально 11 ДНК, да это... Это вообще ни о чем, ребята. Это если мы два раза вытащим с тобой по 4 ДНК на Шреддер, это уже 8. 9, 10, 11. И 3 ДНК там с любого слабенького раунда. Нет, мы должны его прапать на 4 звезды. Именно вот в эту неделю будем пытаться все, что можно сделать. Единственное, конечно, проблема в том, что у меня не хватает откатов. Точнее, телепортов. Это да, деньги я потратил на сыр. Ух, сложно. Сложно, но интересно. Ну все, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.